Норвегия занимает первое место в мире по экспорту атлантического лосося. И они лучше остальных знают, как и с чем готовить эту деликатесную рыбу. Норвежский бутерброд с семгой. Наверняка вы не раз встречали рецепты, где лосось и семгу сочетают вместе с сыром Филадельфия и крем-чизом. Настоящий скандинавский рецепт гораздо проще и более полезный. Итак, выбирайте для этого бутерброда красивый и вкусный хлеб. Если вы печете хлеб сами, остановитесь именно на нем. Ароматный, душистый, пористый хлеб. Творог и семга. Сочетание немного непривычное для нас, но очень популярное в Дании, Норвегии, Швеции, Латвии и Финляндии. Я использовал творог жирностью 5%. Творог – именно тот продукт, который создает баланс для соленой семги. И последний важный для этого бутерброда компонент – это укроп. Здесь он не украшение, а очень важная часть блюда, отвечающая за вкус. Для того, чтобы он выглядел максимально эффектно, просто аккуратно нарвите его. Никакого ножа. Ароматный хлеб, творог, семга, укроп. Приготовьте такие бутерброды на Новый год, и их съедят первыми.